Здравствуйте, дорогие болельщики, гости моего канала, дорогие подписчики. Меня зовут Егор Дергачев. Рад каждому из вас пожать руку. Ведь мы продолжаем говорить про самый престижный европейский клубный турнир, про Лигу чемпионов и поединок, который нас ждет в Шотландии, где местная команда Celtic будет принимать Мюнхенскую Баварию. Безусловно, поединок весьма-весьма интересный. И мне кажется, в очередной раз у нас главный вопрос, который перед нами встает, это сколько мячей забьет Бавария и с какой разницей выиграет мюнхенская команда. Здесь, как говорится, не угадаешь, может случиться абсолютно все, что угодно. И мне кажется, что самая верная ставка на такой матч, на то, что обеим командам не удастся забить. К тому же, по непонятной мне причине, букмекеры верят в то, что Селтику удастся забить, оценивая данный исход, что обеим командам не удастся забить, коэффициент 2.30. Да, Селтик играет дома, да, там сумасшедшая поддержка, но мне кажется, что это будет матч в очередной раз, когда Бавария будет доминировать и Бавария будет создавать моменты. Если вы думаете так же, то подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. В обязательном порядке в комментариях напишите свои варианты, свои прогнозы на матч Селтик-Бавария, а чуть выше в описании вы найдете две ссылочки на мою группу ВКонтакте и на мою личную страничку в этой социальной сети. Добавляйтесь ко мне в друзья, вступайте в группу, и мы не пропустим с вами ни одного прогноза. The farmer in the dell, hi-ho the derry-o, the farmer in the dell.